Давайте, давайте, пишите, я выиграю, побежду его, победу! Всем привет, друзья, с вами Джесс, сегодня с вами продолжаем дальше играть в Террарию. К нам пришли три кролика, это обалденно, конечно, сами пришли, и почему всегда дверь у меня открыта, господи, это очень здорово. Три миленьких культики друга, приди ко мне, тю-тю-тю-тю-тю. Кстати, вы можете заметить, что я без брони, и это очень странно, почему же я без брони, ребят, что еще сегодня буду делать, да, такого, мыться, может быть, в ванне, а? Потому что мне тут, видите, золотые туалеты стоят, аж два. Нет, друзья, сегодня мы с вами будем просто убивать босса, голема, да, того самого хардкорного голема, которого я хотел убить очень давно, у которого есть две фазы, и он... Знаете, очень тяжелый. А для меня, для моей брони, это тяжело все и с моим скиллом, конечно, да. Но, в общем, сегодня я сделаю броню, та, которая, надеюсь, поможет именно, да. Перечитал я очень много информации, много времени очень провел я в интернете, посидел, посмотрел все это дело, почитал, читал ваши комментарии. Большое вам, ребят, спасибо за помощь, за подсказку, за поддержку, за ваши комментарии. За ваши лайки также спасибо большое. Вот, и, в общем, посовещавшись с специалистами ВКонтакте, попереписывавшись, я понял то, что мне лучше сделать броню из... черепашью броню, из черепашьих этих панцирей, вот. Из черепашьих панцирей лучше сделать броню, так как она более эффективна и более лучшая в борьбе с големом. Против него, короче, да. Вот, готовился я очень долго к этой серии, потратил более 2 часов, потому что в Террарию очень давно, ребят, не заходил. Очень давно серии не было, все понимаю, друзья, за это извиняюсь очень сильно. Были на то свои причины, больше такого не будет, сразу вообще я буду чаще снимать. В общем, я очень долго читал, смотрел, готовился, пипец, сколько времени потратил на всю эту подготовку и мозг себе забил. Я там приду, когда к голему, вам покажу, как я там все это дело обустроил, и просто я вам сейчас расскажу, какие у меня планы были на серии, потом все это дело решил перенести и сделать голем, потом какие там бафы ставить, это все было, конечно, очень-очень напряжно, и облажаться как-то в серии неохота, то бишь не убить босса, потому что я хочу его очень убить в этой серии, и, в общем, я просчитал. Дал все практически до мельчайших подробностей, деталей. И я надеюсь, мы сделаем это, друзья. Надеюсь, мы убьем его в этой серии, да, и не один раз, может быть, даже. Ну, самое главное, хотя бы один раз его убить, потому что если хоть один раз мы его убьем, это уже большое достижение, ладно. Хватит болтовни, сейчас будем заниматься, собственно, убийством босса. Ну, и поначалу, в начале серии, я вам хочу рассказать про то, что у меня в инвентаре и чем я буду пользоваться. Ну, во-первых, я купил удочку у... нашей девушки механической, да, может так сказать, удочка с каким-то шансом тоже появляется не всегда у нее, очень классная штука, ну, с этим я хотел серию связать, с удочкой именно сегодняшней, ну, ладно, потом в следующий раз покажу, расскажу про очень классную тоже вещь, потом я хочу прокачать ботинки, прямо сейчас я прокачаю ботинки до классного нового уровня, это мы берем наши... ботинки, которые спектральные ботинки называют у нас, спектральные ботинки, и мы добавляем к этим спектральным ботинкам вот такую вот нашу Lucky Uncle of the Wind, Unclad, и добавляем Uglad. Вот, и получаем, что мы получаем? Получаем Lightning Boost, то есть такие стремительные, такие ускоряющиеся ботинки, да, как это переводится. В общем, ботинки более прокачанного уровня, просто они как дают нам больше скорости к бегу. Как я почитал на Вики, это дается где-то в районе 15-7% к бегу, там где-то 7%, да, к ускорению. Потом мы можем прокачать ботинки еще до высшего уровня. Это уже будут супер какие-то там реактивные, там леденящие ботинки, но это уже другой разговор, они будут уже синего цвета, это у нас желтенькие, так что мы их сделаем, очень классные ботинки, и в принципе мы могли прокачать, почему бы нет, собственно, надеюсь, они будут очень хорошими. Да, ну, вроде бы как немножко ускоряют. Ну, это мы проверим все, опять-таки, на площадке нашей, на прямой дороге, когда будем бежать к нему. Сейчас я, собственно, расскажу то, что я буду одевать, какие бафы буду брать, и уже, собственно, чем босса бить. Пойдем к нему, и по дороге я как раз расскажу, как я готовился и что хотел сделать. Ну что, друзья, во-первых, я беру с собой нашего пета-дракона, очень полезная вещь. Также там очень большой механизм сделал. Сейчас я вам все это покажу с помощью этого ключа. Беру с собой одну
призывалку, ну, пигмея, в смысле, призову, потом пар... А, ну, пушка у меня же в снарядах, нет, ладно. На всякий случай, ну, может быть, пригодится и коса. По поводу этого, этих двух предметов я расскажу, когда приду уже к нему в логово. Ну, сейчас сделаем сначала броню. Сначала сделаем броню на орехалковой наковальне. Наконец-то запомнил, как она называется. Орехалковая. Давайте спускаемся в самый-самый низ. Для этого специально я разделся, потому что я именно хочу показать вам настоящую черепашью броню, которую я очень давно хотел сделать. Очень-очень давно. Да, мне не хватило. Там нужно было еще один бы взять. Так, давайте-ка мы спустимся. Еще один возьмем. Давайте два. Вот. И... Фак, можно было так взять, не бежать. Ладно, вот. Очень давно хотела сделать, потому что вещь очень классная броня. Кто не знает, броня такого типа, то есть, когда нас бьют, прикасаются к нам, бьют прям вблизи, то, получается, нашему противнику дается, ну, знаете, так, я вот сейчас рукой туда-сюда, так где-то, ну, знаете, так, ну, 50 на 50, знаете, так ему отдается этого дамага. Также за данной серией я очень много потратил времени, долго я пытался выбить именно, сейчас вам покажу, вот такую вот штучку, вот этот, ну, вкладыш, вот эта вот штука, да, для ключа, вот этот вот, да, постоянно вылетает из головы это вот название этой штуки, вот, вкладыш для ключа, вот куда мы ключ засовываем, короче, господи, почему я забываю постоянно это слово, в общем, это не важно, эту хреновину мы должны были, я должен был ее выбить из зараженного красного биома, это у нас искажение, кажется, кремзон, правильно, вот, кремзон красный, вот, и там ключ, я бы добыл бы себе вампирские ножи с помощью, ну, то бишь, которые при дамаге, да, мы как бы жизни себе рисаем. То есть я хотел вампирскими ножами убить голема и нафармить себе жизни. То есть без ущерба себе я хотел убить голема с помощью этих ножей. Ну, вы, в принципе, поняли, да? Вот, в общем, такая штука. Но этого не получилось. Конечно, у меня там очень маленький шанс дропа. И я убивал этих мобов. Знаете, так, часа два, наверное, потратил впустую, только такой, да, надо было тогда раньше готовиться, если уж хотел их убить, но потом решил пойти по более хардкорному методу, способу, и сейчас мы, да, вернем на место, и сейчас я уже, собственно, отправлюсь в дорогу, да, и начну рассказывать. Очень много чего хочется рассказать вам, поделиться с вами, что я сделал за кадром, за серией, но... Кому это, наверное, интересно? Хотя напишите в комментариях, опять-таки, вы хотите, чтобы я рассказал, что происходило у меня за серией, за кадром, я вам буду рассказывать, или не надо мне это вам рассказывать. Так, ну что, для бафов, да, теперь мы откладываем это в сторонку, берем с собой немножко камня такого, переделанного батарейки, которая призывает голема, возьмем с собой супец, который тоже очень полезный, это мы дело переложим сюда, один, ну, возьмем два супца, теперь берем бафы. Какие бафы я советую? Собственно, я не знаю, какие бафы брать, серьезно, так что я как бы вам не советчик тут. Какие возьму, какие считаю нужными, такие беру, а так как-то я и не знаю даже, как бы, какие надо брать и какие там пишут обычно профессионалы, там, на Вики, там, всякое такое, то есть, так что на это не спирайтесь, то, что я, может, что-то не так беру, не что-то не то я беру. В общем, я возьму один... дамаг, то есть этот скорость 25, потом я возьму кожу, защиту, да, потом я с собой возьму, наверное, аура, это вокруг нас, этот щиток такой будет летать, и возьму, наверное, meaning speed by increased, и вот эту вот штуку со скоростью 25, тоже что-то она там добавляет, метание, чего-то там, insane knockblock, то есть кадачи вроде бы у нас есть, и можно взять еще такую вот штуку, я хотел давно посмотреть, что это за штучка такая, inferno, Potion. То есть огненный такой, типа шар у нас будет. Ну, давайте вот эту штуку возьмем. Это у нас 10 минут damage sour. В принципе, я думаю, она нам поможет тоже, потому что я буду как бы стрелять в него. Ну, в общем, сейчас вам все это дело покажу, друзья. Хотя, ну, ладно, пофиг. Как я уже сказал, я не знаю. Пусть такое у нас, в принципе, будет. Так, сачок возьму на всякий случай. Может быть, сейчас что-то поймаю.
по поводу вот этого отсека, да, от этого отделения, здесь я хотел тоже, опять-таки, к серии долго очень готовился, друзья, я хотел сделать пару перчаток ускоренных, потом хотел сделать эмблему, ну, для эмблемы нам нужно убить стену плоти и добыть как минимум 4, там, лук, что-то маги и воин. Конечно, этого сделать не могу, хотя классно было бы положить бы 3 ускоренных таких кулака, мощных кулака, что дает, собственно, ускорение 12% к скорости метанию, да, как видите, написано Power Globe к этой перчатке. Можно было прокачать до крутого уровня. Ну, давайте я вам сейчас покажу все это на деле, потому что будете знать, я вам расскажу лучше таким образом. Давайте, смотрите. По поводу этой перчатки. То есть я хотел сделать из такого кристалла, из этого алмаза. Какой алмаз, господи? Это медальон, который делается из 4, что со стены плоти падают вот этих вот, там, ну, как я сказал, воин, лучник, там, маг вроде еще там есть. Вот. Avenger эмблема. То есть эмблема вот эта, да. Сделать такую вот механическую перчатку. Она дает дамаг и скорость. Очень хорошая перчатка. Ну, не смог сделать, потому что не хватает у меня много ресурсов. Фарм стены плоти — это долго. Эти призывалки тоже очень долго фармить. И где их только искать, не знаю. Ну, это надо новые миры создавать, убивать обычных и ждать, пока с них дропнется какую-то долю вероятности. Потом сделать вот такой кулак с добавлением этого вот этого адского огненного такого кристальчика, сделать вот такую перчатку, но опять-таки это слишком для меня роскошно. Сделал ботинки, сделал такую броню, вот, обычную броню, крылья такие у меня, в принципе, есть. И я хотел еще сейчас взять, я сейчас так под... я что-то выложил? Ой, а я не то, надо было не забирать мне сейчас. Ой, прошу прощения, ребятки, сейчас быстренько поставим, вернемся, и я хотел бы взять одну штуку, возможно, мне будет очень даже полезно. Вот, кстати, эти эмблемы, как видите, лучник, воин одна, и вот это у нас Соукерер, вот, магик, ну да, маг, ну, правильно сказал я. Так, воин 15% к дамагу у нас идет, так, так. Щит у нас дает... В принципе, я даже не знаю, можно вот так, наверное, положить. Мне говорили, вроде можно таки. Она не будет, короче, так работать, друзья. Она так. Поменять какие. Можно, в принципе, сапоги это убрать. Давайте я возьму ее на всякий случай, потому что вещь вроде прикольная, очень полезная, так что я ее возьму. Ну что, друзья, на этом, в принципе, все. Я взял то, что мне нужно, и сейчас здесь бафнемся. Также возьмем патрончики с собой. Вот, и, собственно, побежали. Давайте сейчас проверим, все ли я взял. Зельки я взял. Чем я бить буду, я взял. Этот я взял. В принципе, все, друзья. Ну, теперь бежим, и я вам не спеша постараюсь рассказать. Надеюсь, расскажу самое такое нужное, важное. Интересно, что было, собственно, за кадром, что я делал. В общем, у меня было пару планов, как это все дело тут мне сделать и каким образом его бить. Во-первых, я хотел его бить эскалибуром, истинным эскалибуром, потому что это, знаете, выглядит круто. У меня, короче, новый меч. О, иди сюда! Тихо-тихо-тихо-тихо, сачок. Почему он у меня выпал? Ну куда ты улетел? Нет, я тебя поймаю, засранец ты такой. Да, я его поймал. Вот, то есть я хотел бить его эскалибуром, истинным эскалибуром, потому что, видите, то есть дэмэдж ему отдался. То есть, видели, он мне на 22. Вот смотрите, давайте еще раз, что за броня, кто не знал еще. Он меня ударил на 20, получил 40. 25, 45. То есть, если я спиной становлюсь, тогда больше дамаг получается вот так. Ну, да, 49, 49 из 29, то есть броня очень-очень классная, друзья. Вот, но не надо забывать, что не нужно АФКшить в этой броне. Что, собственно, видите, один ударил, 8 забрал. Вот, что, собственно, я хотел и делать, потому что это все-таки неправильный выход из ситуации. Я босса еще, конечно же, ни разу не бил. Это, конечно... неправильно. Вот, нужно, конечно, двигаться. В этом могут нам помочь вампирские ножи. Опять-таки, они его бьют, вы забираете себе жизни этой броней. Вы подходите к нему, касаетесь его, он вам наносит дамаг и забирает себе. В принципе, какая-то такая схема, очень классная броня. Можете почитать на эти более подробнее и поймете, что за броня. То есть такая броня с шипами. То есть он вас бьет, он отталкивается, он получает еще дамаг от этого. Ну и мы получаем дамаг. А вампирские ножи регенят себе жизни. То есть нам жизни, мне, то бишь, да. А если я на его месте, да, то есть я там дерусь, да. Вот, то очень классно получается. Вот. То есть я, можно сказать, бессмертный, да? Но это очень хороший способ, но я не могу такой способ, к сожалению, применить, друзья. Вот. Потом, что еще хотел сказать по поводу другой тактики. Другой тактики — это броню я хотел другую брать. Это у нас грибная броня. Я хотел грибную броню взять, но потом такой... Ой, думал, он что тут все затопил, господи. Хотел грибную взять, потом она не такая, не такая крутая, не такая сильная. В общем, остановился я на вот такой броне. Вот.
решил послушать вас опять-таки все с ваших комментариев, с ваших слов, с ваших предложений, советов. Я всегда вас слушаю и всегда благодарю за то, что мне подсказываете, помогаете, советуете, подсказываете за все. Ребят, большое спасибо, запомню за вашу за поддержку. Вот. По поводу оружия, да, я хотел бить скин эскалибра, потому что он крутой, супер, вообще это мега. Но оказалось, что я буду бить его косой, потому что сейчас вы все увидите сами. Вот это, конечно, не подбешивает. Но главное сейчас не умереть, потому что ой, умирать как неохотно. Ну, мы, в принципе, отрегенимся. Это не проблема. Буду бить его косой, потому что сам, знаете, для себя как-то, почему косой? Хотя она мне очень понравилась, косой, я такой, да, косой, вообще там вообще классная штука, такая супер прямо. Вот, а потом оказалось, что мне коса не очень, да и понравилась, ну, попросту надоело. Вот такие, в принципе, пирожки делаю, друзья. Дела. Так, сейчас будем разделываться с этой штукой. Ну, во-первых, я хочу поменять это местами и сразу заполнить сюда нашего друга Пета. Во-вторых, вот этот я проход заложу, дабы никто сюда не пришел. Ну, и тут начинается великая история Джесса. Как он готовился? Готовился я очень, друзья, долго. Сейчас я вам все покажу на проводах и не только. Да, друзья, вот эти провода. Я тут все делал со дня. В общем, такая очень хитрая схема получается у нас, ребята. То есть я, как бы, драться с ним на такой площадке, ну, это как-то очень, ну, слабо. Хотя кто-то и там бил его по харду. И с более легким оружием даже. Вот, но я же придумал схему свою. То есть я беру, например, два портала и телепортирую туда-сюда. Вот, это был вроде бы беспроигрышный шанс. Вот, но такого не получится, потому что он очень быстро реагирует и начинает нас бить туда-сюда, обоими руками. Вот, но я вам рассказываю это все, потому что я хочу вам донести, как правильно бить босса, показать и рассказать вам свою тактику, свою стратегию. И надеюсь, мы убьем его, потому что если мы его не убьем, то мои будут слова просто впустую. Надеюсь, я кому-то помогу с убийством голема, потому что очень много гайдов, роликов есть, информация, как его убить. А это чисто моя информация от тебя, что я придумал. Вот. Так что такие дела, друзья. Расскажу, надеюсь, вам интересно мне послушать. В общем, телепортироваться туда-сюда, по этим порталам. Вот, то есть я, во-первых, долго тратил время на то, чтобы понять схему телепортации без рычагов. То есть там нужно было делать какие-то задержки, какие-то механизмы, которые дают задержку. Какие-то часы на 1-3 секунды, сколько секунд, я даже вообще не знаю. Вот, поставил их именно здесь, потому что он как бы типа там повернется, развернется, но на самом деле нет. Моя тактика не сработала с тем, да, потому что он будет нас фигачить так и так. Вот, три портала, то есть это сюда тоже не сработало. Вот, сказали, вообще не вариант, не пробуй, не делай, он, так что это вообще. Вот, можно как-то потом будет попробовать. Вот, все это, конечно же, полная ерунда. Вот, окей. Будет у нас шанс еще испробовать это дело. Вот, ну, не могу уже отойти от вас, скажу вам по секрету, скажу, друзья, все-таки один разок попробовал, потому что мне было очень интересно. Я один раз попробовал, и знаете, как бы, да, с моей тактикой я, кстати, еще одну технику хотел сделать, это ЖД, железная дорога, то бишь, я катаюсь вот так вокруг, например, туда-сюда как-то катаюсь, и как бы он такой, типа, тю-тю-тю-тю-тю, и не попадает до меня. В то же время стоит мой пет и начинает его дэмиджем бить на сотку, то есть в начале боя я ему, конечно, сношу очень много здоровья, ну, потому что у меня крутой меч, крутая броня, в конце-то концов, много, фу, жизни, да, вот, потом я вспомню просто пета, и он делает всю работу за меня, вот. Это был вообще беспроигрышный вариант, беспроигрышный. Ну, еще, конечно, вампирские обнажения, и тогда вообще было бы круто. Но, к сожалению, нет. Сказали мне сундуки, кейсы, нет, так и нет. Вот, то есть я теперь телепортируюсь с одного портала в другой, то есть прыгаю вот сюда, спалню здесь, потом сюда. Нет, ну, он уже по другой схеме работает. Он туда-сюда мне только телепортирует через два, не через три. К сожалению, я поставил и кнопки одинаковые, и провода одинаковые. Не знаю, какая там связь и механизм у них соединяет их. Этого я не знаю, друзья, сразу говорю. За вот где-то час я немножко почитал и первый раз, так сказать, стал понимать, как работает это. Ну, пожалуйста, ну, не пупуха здесь, тут ты меня напрягаешь немножко. Вот. Прошу прощения, друзья. Вот, то, что... как это все работает, как в Майнкрафте, редстоун схемы, механизмы, вообще ничего не знаю этого. Кажется, не работало, для меня это все было впервые, очень тяжело, непонятно. Вот, ох, Ларафит, смотрите. Вот, в общем, с этим уже как вариант отпал. Второй вариант, это как запаслить его в такую колбочку. Вот, и он тут у нас смирненько, тихонько сидит, на его бам-бам-бам-бам, потом начинаем летать вокруг и дамажить его. Почему не Эскалибр, как я уже сказал, потому что он бьет вот так. Ну, он, конечно, будет задевать его через стенку, но это не то, потому что его лазеры более сильнее. Ну что ж мне теперь тереться головой вот так вот об эти стены и бить его, это тоже не вариант. Друзья, а коса, смотрите, вот коса, вот, то есть вы поняли, да, почему? Нет, коса на самом деле очень классная вещь, очень классная, ну, просто я с ней очень много бегал, мне немножко поднадоело для воина, это очень-очень хорошо, так что, почему я взял, собственно, эмблему, которая дает 15%, 15 к дамагу, да, это очень хорошо, друзья. Вот, почему я, собственно, выбрал это. Теперь мы что будем делать с вами? Собственно, на чем я остановился, друзья? Во-первых, я его сажу в специальную такую колбу,
да, специальную колбу, и начинаю постепенно ему, как бы там мягко сказать, отрезать руки. Ну, отбивать руки, чтобы нас ими так чуть-чуть не бьет, потому что начинает, когда он начинает поднимать вторую фазу, занимать вторую фазу, начинает нас бить более сильнее, более агрессивно и махать своими руками очень-очень быстро. Ну, не знаю, как боксер, может, какой-то там, не знаю, боксирует, очень быстро машет и большой дэмэдж нам дает. То есть, хватит его одной головы с лазерами, тут еще руки и тело. Тело мы должны как-то удержать вот здесь. Руки должны отбить сразу. Вот. Мало того, что мы когда отнимем уже жизни в первой фазе, во второй фазе он становится по фул жизни и еще голова. Мы должны тело держать в колбе и бить его, и не попадать под лазер. В общем, все это звучит очень как-то красиво и непонятно, да? Вот очень так сильно уверенно, но это еще не показано, не доказано. Так что сейчас я займусь тем, чтобы достроить платформу для убийства данного босса. Надеюсь, в этой серии я его убью, ребят, потому что если не убью, это будет очень-очень обидно, ребят, серьезно. Так что я подготовился. Был у меня, так сказать, один пробный бой с моими механизмами, как они вообще будут работать в данной системе. Потому что серию запишу, облажаюсь, потом опять перезаписывать, и это время. Или серия выйдет не такой эпичной, как я хотел, это не классно. Так уже стопудово, стопроцентно, я надеюсь, его убью. Вот, опять-таки, не 100%, нет, 100% гарантии, хотя, знаете, все-таки есть, знаете, есть чувство, вот. А гарантии я вам не страховой агент и не страховая компания, чтобы давать какие-то, да. Так что просто уверенность, чувство есть, настроение, да, это самое главное, вот. Так что, значит, мы его убьем точно. Ну, хватит болтовни, друзья, я сейчас уже приступаю к постройке данной платформы. Не знаю, никаких советов не даю, как строить платформу, просто я начинаю вот здесь вот все это дело убирать. И я убрал эту штуку, это неудобно, блин. Вот, и смотрите, вот эти блоки уберу, заменю их на более крутые блоки. Также куча рисалок, с порталами жалко, что не получится, потому что очень много времени потратил и денег потратил, но ладно. Ладно, так сказать. Ну, сейчас, во-первых, мы должны рассчитать, когда мы можем призвать нашего голема. То есть, стоя, например, на этой планке, например, стань немножко повыше, мы уже не дотянемся до него. Если станем здесь, мы дотянемся. Видите, кнопочка горит. Замечательно. Значит, здесь мы раскладываем такую платформочку. Давайте здесь мы немножко почистим это все дело. Вот таким вот, образом начинаем прокладывать нашу дорогу вперед. Надеюсь, мой план сработает, моя техника сработает, и я буду один из тех, кто записал, так сказать, советный ролик, да, на YouTube, типа что-то гайда как-то, как это сейчас там называют обычно, гайда вроде, что-то такого, надеюсь, мне получится его убить, это мое первое будет убийство голема, первый бой с големом, потому что это был пробный, и, знаете, как бы, то почти не считается, это все тестил, можно так сказать, да, потому что, как бы, то и не считалось как боем, просто тест. Вот, в общем, смотрите, здесь я буду бегать, чтобы не провариваться. Мне так будет удобно. Во-вторых, удобнее так мне будет. Во-вторых, очень удобно стоит здесь, опять-таки, уже. Я это все дело не планировал, все делал сразу в рандом. Типа, хочу это. А потом, оказалось, могу сделать так. Ну, этот камень более красивый и крутой, не зря его взял, знаете. Стою здесь, прячусь от него здесь. Очень удобно, кулаки не достают, фаерболы не достают. Вообще найс. Здесь же мы делаем теперь небольшую такую... Как бы нужно вот так вот разместить, ну, платформу, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, восемнадцать, девятнадцать, ну, и здесь давайте двадцать. Не знаю, где тут центр, но как-то так, знаете, на глаз. На глаз. И теперь мы здесь должны все это дело позакрывать. Каким-то вот таким вот образом. То есть поставить его мы должны, грубо говоря, в коробку, друзья. Ну, конечно, голова его вылетит, это уже не прокатит. Закрыть его голову, там, держать как-то отдельно. Вот, делаем, в принципе, как-то так. Хотя он, собственно, сам и не такой большой. Надо было делать поменьше. Ну, ладно. Так, что я делаю потолок? Как же... Слушайте, а может реально сделать потолок, и он такой, типа, тут зафкашит? Вот именно здесь. Здесь застрял. Ладно, это будет, знаете, шутки над големом. Если вы хотите, то можно какие-то серии сделать, такие шуточные, проверить. Какие-то баги, какие-то плюшки. Вы, кстати, в комментариях напишите, может, что-то интересное есть там в террарии, такие классненькие. Проверил бы с удовольствием. В общем, как-то так все это дело делаю. Вот таким вот образом. Да, как-то так. Хотя вот здесь для красоты можно, в принципе, один убрать. Уже не так, в принципе, смотрится. Смотрите, уже не так. Ладно, ладно, верну обратно. Хотя почему бы нет? Ну да, знаете, так лучше будет намного. Вот, в общем, какая-то такая... как вы сюда вообще залетели? Господи, какой спаун рандомный. Вот, как-то так. То есть, смотрите, теперь что мы делаем? Что я делаю, друзья? Мы с вами, потому что мы вместе с вами будем убивать этого голема. Господи, надеюсь, мы его убьем. Боже мой, я очень хочу его убить.
Так, уверенность у меня есть на 100%, и вот надежда. В общем, смотрите, какая техника сейчас у меня. То есть, во-первых, я сейчас его спауню, спауню батарейкой, вот этими батарейками, которые можно найти в сундуках, сундуки, где? Вот эти сундуки. Или они дропаются с этих монстров, которые здесь спаунятся. То есть не зря, что они здесь спаунятся. Дроп, не помню какой процент, но процент такие маленькие, меньше 5% дропа этих батареек. Вот, ну, вначале их можно всего найти в районе 5 штук. Во всех сундуках есть там по одной, по две. Вот, всего сундуков пару, но я их не снимал. Думал, типа, зачем их сниму, может там что-то заспаунится новое, это где там было, нет. Ну ладно, нет, так нет. Все это ненужное мы сейчас уберем, удалим, чтобы они нам не мешали, не портили нам обстановочку. Вот, в общем, смотрите, друзья, медленно, тихо и спокойно. Самое главное это спокойно, рассудительно, медленно подойти к телу. К телу. О, господи. О, меньше слов, а больше тела. А сказал, собственно, правильно, знаете. Ладно. Ну, мы же не в морге, в конце концов, что я такое говорю. В общем, друзья, смотрите, то есть я его спаунил, падает в эту коробку, не может выйти. Кидает фаерболы, все по нулям, кидает свои кулаки. А кулаки он может через... Или нет? Блин, а... Он вроде бы может кулаки пропускать через стены, я помню, вроде бы может. Блин, вот надо было все-таки с ним подраться, как-то побороться за кадром, потому что я даже не знаю, какое у него оружие и какой дроп с него. Ладно, неважно. В общем, смотрите, я его спауню, он падает сюда. А... Как я сюда тогда упаду? А, вот скажи... А, ну да, я могу, да, в принципе. Да, То есть, смотрите, я потом взлетаю такой, типа, опа, сюда, я здесь такой стою, и здесь начинаю бить его руку, которая будет вылетать ко мне, потом я быстренько отепаюсь сюда и начинаю здесь его бить, но, перед этим я сделаю вот такую вот хитрость, вот такую вот штучку, которая мне спасет жизнь в начале, вот, то есть я здесь становлюсь, потом чпок сюда, то есть, да, очень полезный. В общем, надеюсь, у меня все дело, ребят, получится, а работает все это дело на прыжок, потому что задержка, мехая кнопочки, это все я знаю, но не полностью, так что как-то так с этим будем делом справляться, как я буду теперь выходить отсюда, ладно. Не проблема, сделаем сейчас, в принципе, такое отверстие здесь, вот. А, смотрите, можно было сделать... Ой, fucking shit, блинский. Смотрите, то есть мы сделаем просто вот здесь вот такую вот штуку. Все, гениально, друзья, гениально, новую штуку еще. Вот типа раз сюда падаем и все. То есть вот такой вот угол можно снять, хотя я понимаю, спаун абсолютно этого храма разный, но как-то так. Ой, ну что, друзья, немножко было моей болтовни, надеюсь, это было вам интересно послушать, и надеюсь, совет мой и мой рассказ поможет убить данного босса, так что, друзья, сейчас, без всяких бафов, с такой броней, с такими дополнительными перками, так, это, в принципе, брать не могу, пока пусть так полежит все, да, я хотел немножко раскидать вот этих вот наших рисалочек, поставим, о! О, ребят, вот прям, знаете, тетелька, прям обалдеть, чувствую прям, что вот весь так все подходит идеально, прям круто, то что-то случится такое, ну, знаете, на что намекаю, но не скажу, это еще не дай бог сглазью. В общем, друзья, насчет раз, два, три, как всегда, да, поедем и начнем его мочить. Давайте, три, два, один, с богом! Так. Тихо. Так, ты чё-то какой-то агрессивный, а? Чё-то ты какой-то агрессивный стал. Слушайте, друзья, чё-то он какой-то реально агрессивный стал. Ё-моё, блин. Парниша, чё-то тебя это уже... Блин, нифига себе, как он меня стал лупасить, друзья. Обалдеть, а почему так-то? Обалдеть. Слушайте, ребята, это уже что-то тут нехорошо, потому что что-то он какой-то стал агрессивный, реально так. Нифига себе. Блин, может потому что день какой-то там, полдень что ли зашел. То есть вообще техника была моя. Да, он, кстати, бьет его другую руку. Это очень хорошо, друзья. Офигеть, я думаю сейчас отвлеку. Он очень быстро руками машет. What the fuck, слушайте. А где твой фаер? Он какой-то злой. Слушайте, глаза краснющие просто. Я сейчас бафнусь. А, так я уже... Слушайте, обалдеть, а. Обалдеть. Слушайте, нифига себе. Так, парень, добивай его. Добивай его таким образом. Так, нифига себе.
Какой-то он слишком дерзкий, слушайте. Обалдеть, вот это реально хардкор, друзья. Это пипец, конечно. Сейчас нужно мне лекнуться, потому что, ну как, ребятки, я никак его просто не, напросто не смогу убить, если я не лекнусь. Ой, пипец, пипец, друзья. Все, я не так рассчитывал, да? Очень-очень-очень хардовый босс для меня. Сейчас мы немножко его так побьем, чтобы он почувствовал, что мы его там бьем, чтобы ты не пропал никуда. Я здесь, я рядом с тобой, чувак, не беспокойся, мне нужно просто жизнь сейчас отреагировать быстренько. Вот, и все, чпоки-поки, хорошо будет, не переживай, чувачок. Сейчас мы тебя пока побьем, потому что я хочу, мне нужно сначала снять первую фазу, и во второй фазе только я уже на полную мощь откроюсь и начну его тогда только бить. Потому что сейчас как-то не вариант его сейчас сбить. Тихо, малыш, тихо. Ой, пипец, вот это я переживаю, друзья. Спокойно. Пока все, в принципе, хорошо. Жизьки идут. Потихонечку мы тебя вот так вот. Главное, ой, пипец, представьте, он сейчас какой залп выпустит лазеров по мне, друзья. Это будет просто обалденно. Так, ну что я могу поменять, друзья? Наши перчатки, я не знаю, огненная. Хотя огненная дамажит намного сильнее. Щит можно, но у меня броня классная. Давайте, знаете, наверное, хотя я не знаю даже щит на этот... Хотя крылья мне, в принципе, не нужны, наверное. Хотя мне все надо, не знаю, 15 тес стоит какой-то мне погода или нет. Так, о, вторая фаза пошла, ребята, все. Все, пошла вторая фаза, так. Так, тихо-тихо, я постоянно теряю. О, тихо-тихо. Вот это пошла жара, друзья, вот это пошла жара. Так, чувачок, сейчас вторая фаза будет у тебя. Я все прекрасно понимаю. О, давай, умоляю, я тебя замочу сегодня. Главное, сейчас голова пойдет. Надо было медсестру, кстати, поставить сюда. Я, кстати, думал насчет этого. Тоже думал насчет такого обстоятельства, такого варианта событий. Смотрите, я, в принципе, его лазеры проскакиваю неплохо. Главное, сейчас жизнь отрегенить. Ой, прошу, умоляю, ребята, поддержите, пожалуйста, меня, умоляю вас. Так, давайте, пишите, я выиграю, побежду его. Победи, да! Господи, аж воздуха нет. Сейчас, прошу прощения. Обалдеть, друзья, пипец. Так жарко прямо стало. Это реально было, знаете, такая жаркая битва. Горячая битва. Обалдеть, что мне с него дропнулось? Офигеть, ребята, вот это я его обалдеть. Во-первых, я думал, он вначале бьет вообще по-другому. Очень медленно кулаками он своими машет, потому что я смотрел ролики. Это было вообще по-другому, реально. И знаете, все мои слова, которые я говорил до этого боя, до этой битвы, они правдивы. Они правильные, видите? То есть, ребята, очень правильная тактика. Я надеюсь, вы поняли. Если нет, то я сейчас расскажу быстренько и еще раз его хочу мочкануть. Смотрите, в общем, вначале вы его спауните в закрытом пространстве, потом отрубаете ему руки, то есть ставите порталы, прячетесь за укрытиями, начинаете отрубать руки. Ну, я думаю, к этому времени у вас и пет будет, и у вас, надеюсь, будет, может, рук в конце-то концов. Руки, сначала руки. Потом, когда вы лишаете его рук, ну, в принципе, видели, как это делать, все дело. Вы начинаете бить его тело. У него идут жизни в половину, потом вы только бафаетесь, берегете рисалку с жизнями, и только когда у вас там будет мало жизни, вы тогда только бом, 150 жизней, бабах, и давайте косо его, вот, или терра-меч. Хотя терра-меч вроде бы насквозь стены не проходит, но коса, то, что да, она сквозь стены проходит, это очень-очень хорошо, друзья, это очень классно. В общем, такой способ, такой совет от меня, можно сказать, гайд, не знаю. В общем, с него дропнулось 4 батарейки, Husk. То есть это у нас это кожа, это самое, блин, это материал. Мы сможем сделать, это броня жука, то есть броню жука мы сможем сделать. Собственно, это очень полезная вещь нам выпала с него. Что это такое? Это у нас куда-то ложится. Это бабочку, которую поймал, господи. Голда, в принципе, наверное, с него дропнулась. Ну и, конечно же, какой-то супер
кристалл. Хотя я думал, с него дропнется что-то более крутое. Это у нас скорость, да? Это Violence, Sunstein. Кстати, эту штуку вроде бы можно прокачать до такого крутого уровня. Надо потом у торговца посмотреть, у нашего помощника. Ну а пока я его хочу грохнуть еще один разок. Как видите, все изи-пизи. Так что сейчас быстренько нашего пета ставим вот сюда. Стыкаем сюда, выпиваем и начинаем работать, работать, работать еще. Видите, руками он очень-очень быстро машет. Я не знаю, с чем это связано, с чем он такой агрессивный. Но, как видите, он промахивается, потому что расстояние есть, и нам это на пользу. То есть мы просто летаем туда-сюда, даем ему сотку. Второй стоит и бьет его во вторую руку. Честно, по поводу этого, я сейчас только пришло мне это в голову, только что сейчас сообразил, что поставить пета можно туда, и он будет хорошо по нему работать. По поводу порталов, если мы будем по порталам телепортироваться, это не вариант, потому что он будет нас уже хорошо отрабатывать, потому что он будет как чувствовать, знать, слышать, откуда мы идем и куда мы идем. По поводу того, что мы бьем в руку, и рука отдаляется, забирается обратно, это правда, это есть такая штука, но, как видите, это не сработало на данной фазе, это не сработало сейчас, он по мне очень агрессивно работает, так что сейчас я буду помогать своему пету товарищу вот таким вот образом, хотя он уже за себя рукой бить не может. У нас остается совсем немного, сейчас мы его руку, лишили его руки, замечательно вообще, очень. Что-то я делаю не то уже, друзья, так, запись идет, самое главное, что запись идет. Так, сейчас я его отрабатывать буду таким вот образом, мне вообще не страшен серый волк, серый волк, серый волк. И можно будет смело уже сейчас вот через пару мгновений спаунить нашего помощника. Сейчас вот половина спауним. Спауним и начинаем вот так вот отрабатывать его. Все, пошел процесс, друзья. Так, голова, отсоединяйся, головка, давай. Второй разок, хочу тебя грохнуть, чувачок ты мой. Ой, вражина. Ой, как... Так, не будь таким агрессивным ко мне. Я все-таки тебя убиваю второй раз, а не 500 второй раз. Так что не надо быть ко мне таким агрессивным, нужно просто к стене ближе держаться, согласен. Ты, блин, назоркий, блин, кто тебе очки-то такие прописывала? Очень хорошая броня, друзья, очень классная броня. Да! Два раза его убил. Слушайте, а может рекорд? Может пойдем еще разок его, а? Потому что по поводу бафов, я смотрю, бафы мне вообще не нужны. У меня броня обалденная, пет. Вот такой дружище. Я сейчас просто большой полизер показываю. Вы не видите, что я показываю, если вы не видите. Вот, потому что серию с камерой засниму петки. Пишите комментарии, друзья, обязательно пишите. Может вы хотите это увидеть с камерой. Вот, пет вообще молодец. Ну и, конечно же, косама. И какая-то с него штука выпала, интересно. Немножко денежек выпало, потому что у меня было там 18, кажется. Да, стало 31. И у нас какой-то Ferrous Stuff and... То есть очень какой-то классный. Вау. Он нас не коцает. Это какие-то Ой, ладно, прошу прощения, друзья. Наверное, очень сильная штука, если уж так вот. Прикольно. Мы, например, сюда, они типа бом, заложили слэм в кольцо. Бом, типа, хедшот. Трехочковый. Много этих мы накидали. Очень она медленная. Сколько тут у нас, давайте, Castleman плюс 18 дамейдж, нанок. В общем, проверю. Надеюсь, тут дамаг не менее 50. Вот, ну давайте что? Еще разочек, может, его грохнем, друзья, потому что, знаете, это реально весело, потому что как-то столько я говорил, один раз босс убить, это мало. Тем более, батарейки у меня есть 12... Этой чешуи вот этой вот есть у меня, да, материи. Знаете, я в следующей серии, наверное, сделаю броню жука, а там последний босс, это Ребран, и все. И террарии прошли, друзья. Обалдеть. Ну, конечно, там новые обновления в террарии будут, само собой, 1.3, там все дела. Очень классные будут обновления. Знаете, босса бить легко, интересно, классно. Я хочу еще раз его убить, только в этот раз Эскалибуром. Давайте попробуем. Давайте Эскалибуром его попробуем вот так вот. Ну, в принципе, Эскалибур бьет неплохо, но, опять-таки, надо вблизь, что я, кстати, сейчас сделать не могу. Хотя мой меч его задевает. Я хотел сделать Терра-меч на эту серию, потом подумал, нет, я лучше Терра-мечу посвящу отдельную серию. Вот, нет, лучше косой, потому что так слишком долго. Вот, посвящу Терра-мечу отдельную серию, сделаю этот Терра-меч в отдельной серии. Вот, покажу, как делается, что он дает, какой этот меч вообще. Так, да что ж ты такой агрессивный-то, а, чувачок, а? Ну давай, ну третий разок-то, можно тебя убить, не? У меня еще 4 минуты этой штуки, если я тебя меньше 4 минут дамажу. Пипец, он такой агрессивный сейчас, обалдеть. Я вообще читал, он вообще должен быть другим. Че ты такой агрессивный? Ой, пипец. Пипец, пожалуйста, спаунься, а я пока в тебя этих позакидаю. Опа, а ну давайте пос... Да блин. О, нормально. Насколько ты там его ударишь, а ну-ка давайте посмотрим, друзья. Вообще изи, слушайте, я даже не парюсь, серьезно, так вообще легко. А ну-ка. О, на 60, друзья, вот как, знаете, чувство. Ну, меньше я бы этой палочки не дал. Если бы было меньше, то я просто выкинул бы сейчас бы. Если бы она била меньше, чем... О, 69, знаете, ее качнуть вообще цены не будет. Хотя такой штукой... А, она, кстати, катится, смотрите, мы можем вот так вот кинуть.
А чё? А, у меня мана кончилась, окей. Это плохо. О, ну что, жизни регнулись, пора тебя ему солить, чувачок. Давай-ка, вот так вот, на изи вообще, на изи платформа очень здоровская, а портал зарядение только потратил, но... Зато знай, знаете, в бою все испытывается, и... Зато будем знать, будем теперь понимать, как его бить, и как с ним сразу прошу прощения. О, пошло. Так, мы нуждаемся теперь в помощи, и теперь мы просто его вводим вот так вот за нос. Вот, он такой, типа, ой, что теперь делать мне, типа, я такой, типа, дальнозорки, типа, у меня зрение плюс там 365 выстрелов в секунду, мне там очки прикрыли крутые, я такой, типа, о, выкуси-ка, накоси-ка, моя суперкосыка. Ну, с бафами было лучше, знаете, ой, только мне вот дорог-то мешает, вы знаете, напряжен. Так, это все, знаете, благодаря моим волшебным сапогам, серьезно, потому что броня тут ничего не решает. Вообще, броня ничего не решает, вообще, только спать, только ботинки. Ребят, я просто сейчас смеюсь, аплодирую, то что три раза подряд на изи я его выношу косой. Вот с такой броней, вообще не обалденской, с бафами вообще, самыми-самыми простыми. И коса, и все. Ну коса у меня, смотрите, насколько вкачана, все. Ни единого патрона, ни единого выстрела, все. Обалдеть. Тут можно его бить. Что мы с него дропнули, друзья? Итак, подводим наши итоги. Селик зато на тебе нафармил большущий, тебе спасибо, Голем, еще 8 дополнительно есть, спасибо, слушай. 18 кусков у меня теперь есть, смотрите, обалдеть, это у нас маска, обалдеть, очень редкий предмет. Ну, конечно, не трофей, потому что трофей очень красиво выглядит. Ну что ж, оденем на свою личико эту страшную маску, она немножко страшная. Но знаете, он мне казался таким тяжелым, таким страшным, тяжелым, сложным боссом. А оказалось, нужно раскинуть мозгами, подумать, сделать тактику, какую-то стратегию, быть спокойным. И все можно сделать легко, очень понятно, просто, друзья. Надеюсь, вам было понятно, так же, как и мне, и вы его будете убивать так же легко, как я это делал сейчас. У меня, кстати, какие-то баллоны образовались, что-то там на мне выросло непонятное. Что это такое? Ладно, и какая-то у нас, это у нас, ой, все по минусам, там, смотрите, в таком цвете, дамаг. Игнорант. Heart, рай. И палочка, и вот такая вот штучка. Давайте посмотрим. Вау, это лазер. Ману ест она у нас, хорошо. Ну, знаете, эти пистолетики, они какие-то как водяные, знаете. Классные, но дэмэдж 51. Ну, его можно качнуть, но где-то надо много денег. Ну, ладно, попробуем. Ну, видите, через стенки не бьет, это плохо, серьезно. Такое оружие, с такого босса, и что такое. Ну да, оно быстрое, классное. Тоже плюс. Ну, это тоже штука очень классная. То есть мы вот так вот ее кинули, она покатилась. То есть очень тоже здорово. Так вот кинули, и она покатилась. Вообще здорово. Туда-сюда и дамажит. То есть очень здорово. Так, ну, не знаю, может, четвертый раз. Давайте убьем его еще один разок. Может, он нас убьет, и на этом серию закончим. Или я его убью, и все. Знаете, это первая серия, первый выпуск. Там, где я босса убиваю реально 4 раза. 4 гребаных раза я убиваю босса. 4, друзья. То есть, обалдеть. Ни в одной серии с битвой с боссом я его не убивал. Ни одного босса 4 раза. Ну, ладно, 3 раза. Ну, хотя бы 2, друзья, хотя бы 2. А тут... Такого босса, вроде те были изи боссы для меня, более легкие такие боссы, более как простые, и я их не мог убить, я с ними парился, там вы помните серии, кто смотрел, кто не смотрел, посмотрите обязательно, вот, а здесь вообще изи тактика, прижимаемся к стене, отходим подальше, потому что кулачком-то он работает своим быстро, смотрите, и, ну, да, довольно-таки быстро, что-то он агрессивный какой-то, серьезно, что ты такой агрессивный, чувак, сейчас я тебя угомоню. Давай, дракон. Дракон мне очень хорошо помогает. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо, конечно, дракону большое. Пистолетика, может, тебя, а, немножко поддамажить. Так. Так, ну, пока регенка мне не нужна. Там нужно вторую руку ему сначала отбить. Блин, надо было вторую руку сначала отбить. Чувак. О, сейчас чувствую, проиграю эту битву еще. Ой, как проигрывать-то не... Да, молодец, отковырял, потому что он мне сейчас бы второй рукой был. Ой, надеюсь, меня слышно хорошо, он мне не глушит, и вот этими... Плюс 365 зрения, ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, всё нормально. Всё пока. А! Не голова, вот сейчас не по плану всё идёт, знаете, без бафов что-то не то. Сапоги волшебные, вы же всё решаете вопрос, ну... Осталось немного, ну давай, красавец! Давай, малыш! Давай, дракончик! Да!
ой, как хорошо, она разлетелась голова, и с него было маленькое сердечко, знаете, со страшного чудовища, голема, бесчувственного, без добродушного, любящего, выпадает сердце в конце. Это как будто хэппи-энд, знаете. Серьезно, хэппи-энд. Серия удалась, ребята. Обалдеть. Ну, если вам понравилась серия, понравился выпуск. Смотрим. Это у нас какая-то штука. Галем Фалс. Это у нас кулак, что ли, голема? Слушайте, а быстрый-то какой? Обалденский кулачок, ребята. Вот это да. Ну, хотя у меня такая штука была, только перчатка боксерская, в смысле, в террарии выпадала, а не в реальной жизни. 26, друзья, 26. Ну, что тут можно говорить? У меня еще осталась одна, но больше я его бить не хочу, потому что это уже серия затянулась надолго. Надеюсь, вам ролик понравился, понравилась серия. Сейчас я, конечно, вернусь домой, посмотрю, что я могу прокачать. Ой, на этом мы уже будем, в принципе, заканчивать. А, да, хотела также провода показать, которые там ловушки установлены на проводах в этом данже. Ну, ладно, это уже забьем. Думал, какая-то вещь еще мне выпадет. Ну, в принципе, знаете, неплохо. 4 раза, 4 килла. Обалдеть, 4. Эта серия войдет в историю, наверное, знаете? В историю моего канала, в историю серии по террарии. Да, может, кто-то больше его убивал, я не сомневаюсь. Вам желаю вообще, друзья, убить его намного-много больше раз. Вот, и не умереть ни одного раза. Это было, знаете, реально классно, весело, здорово. Прямо... У меня нет слов, реально, у меня просто нет слов, я очень рад. И знаете, все-таки ночью делает свое дело, ночью так его грохнуть. Да, смотрите, Moonstone, вот такой штуки умеет. А получается, content, то есть, Life Regens, Defense Pack Speed. Обалдеть, кнопблок, жизнь регенит. То есть, тут очень много классных Metal Speed, Critical Strength. Обалденская штука, ребят, вот это обалденская штука. Эту мы вкачать не можем, пистолетик тоже никак. Ну, а кулачок, а кулачок. Насколько, кстати, на 68. Обалдеть, деньги есть, 64 голды, друзья, 64 голды. Хорошо, посмотрим, что за эта броня такая, посмотрим. Мы можем сделать черепашью броню, обалденную броню черепашью. Metal, I love, ага. А, это крылья. Battle Wings, то есть, понятно, Battle. Да, то есть такая броня с добавлением черепашьей брони. По сути, она такая же самая, наверное, будет, но только защищать нас будет сильнее намного. Смотрим, 23, 20... 30. Стоп, 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 стоп. Они одинаковые. Чё за... скейт. Ага. Хорошо, смотрите. 23. Возьмем, например, вот эту вот. 32. И 18. 21. 27. Ну, в принципе, да, знаете, то есть... Так, не очень, но новое обличие такое. В принципе, новую броню, новый сет я могу сделать, не тратя эту броню, потому что у меня еще есть там... Там нужно 3, там 4 вроде нужно, да, у меня 5, мне хватит. Но там хлорофит надо потратить, у меня хлорофита есть много. Хлорофита есть у меня. В общем, все, друзья, на этом серии будем заканчивать. Сделали то, что хотели, именно сделали то, что хотели по плану, то, что я хотел сделать, я это сделал именно по плану. Все получилось у нас замечательно, очень удачная серия, очень классно все получилось. Кулачок такой у нас, чик-чик-чик-чик. Как будто мяч об этот бьется, знаете. А потом и такие вот типа штуки, типа бумк, бумк. Серьезно, какой-то баскетбол получается. А вот, друзья, наконец-то мы шли к этому долго-давно. И я его убил, подготовился. Друзья, на этом серию будем заканчивать. Так что, друзья, если вы смотрите этот ролик в первый раз, вообще впервые, нашли случайно там, и вам понравилось, да, или если вы смотрите меня всегда, и вам понравилось, да, и вы хотите видеть больше таких серий, больше таких роликов, то обязательно тогда поставьте лайк под этой серией, промотивируйте меня снять новую серию поскорее, побыстрее, потому что ваши лайки — это большая для меня награда, большое вознаграждение за мое старание, за усилия, вложенный труд. Вот, большое вам спасибо, друзья. Вот, стараюсь только ради вас, только для вас. Сижу по ночам, вот тут разбираюсь, записываю всю тему. Знаете, весело, здорово. Надеюсь, вам понравилось, друзья. Надеюсь, вы улыбнулись, понравилась серия, ролик. Надеюсь, вы досмотрели эту серию до конца, не пожалели потраченного времени. Надеюсь, вы поняли, как убивать босса, если вы еще не убивали. Надеюсь, это был ролик информативный и не только развлекательный еще. Так что, друзья, на этом, в принципе, все. Пишите ваши комментарии, пишите ваши советы, пишите ваши пожелания, пишите, как вам серия, что вы хотите увидеть в следующей серии, в новой серии. Пишите также там вообще, ну, не знаю, например, то, что вообще там
там, а я босса больше раз убил, бе-бе-бе-бе-бе, да. То есть напишите, потому что мне интересно, сколько раз вы убили босса, может, вы больше убили босса раз, чем я. Вот, также ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Советуйте этот канал своим друзьям, знакомым и всегда родным подписчикам на своем канале. Ребят, спасибо, что остаетесь со мной, смотрите меня. Всем удачи, всем пока, ребят. Целую всех, обнимаю, до новой серии, до новых роликов, до новых встреч. Всем удачи, всем пока-пока-пока-пока-пока. Надо что-то кинуть напоследок серии, вот. Вот так. Чё, пока.